Мнение о спектакле мне очень понравилось. Хорошие актеры, главный актер прям вообще супер потрясающий. Девушки, Оксану, которая играла, девушка мне понравилась хорошо, очень веришь ей. Много позитива, много спектакля действительно заставляет задуматься о жизни, о нашем пути, который мы выбираем, поэтому я советую на него сходить, это здорово. Вот. Человек, который занимается озвучанием, выделил несколько актеров, с которыми мне хотелось бы пообщаться в плане дикторов, так что, может быть, это тоже как-то какой-то интерес проявит к тем, кто занимается чем-то подобным. Хороший спектакль, мне понравился, советую.